Ну вот, и закончили кошение травы. Вот такая получилась у нас полоса. С боков это косили 2 дня назад. Не получалось все скосить сразу. Очень много было дел. Пришлось ездить в город. Ну, теперь косили соседи, у них уже все затюковали. Вон там вот тоже. Тут уже сегодня я видел, вывозили сено некоторые. Но нам еще предстоит это делать. Закончили очередной этап сенокосной страды, а именно собрали, сгребли с помощью мотоблока и косилки вот это в один ряд скошенную траву и просушенную. Долго тренировался, регулировал, наконец-то дошло до более-менее приемлемого результата. Этот ряд не такой идеальный получился, как хотелось бы, но все ж таки более-менее нормальный. Пока занимались этими работами, проявились некоторые недочеты нашей техники. Например, вот этот узел у меня развалился. Получается, расчленился у меня мотоблок от адаптера. Вот, и где-то гайка потерялась. Пришлось дома подобрать такие аналогичные гаечки две. Потом вот эту шайбу расточили немножечко. В общем, быстро ликвидировали эту неисправность. Еще к тому же конец этого резьбовой части, вот этого винта, он у меня вот так вот согнулся. Пришлось еще выпрямлять аккуратненько. Нагрели горелочкой, выпрямили, стали закаливать. Ну и на самой ворошилке вот это положение, как сказать, спит, самое идеальное. В книжке, которая паспорт так называемый с описанием шел в комплекте с этой ворошилкой, написано было по-другому. В процессе работы выяснилось, что начало сильно забиваться эти колеса со сеном, застревать, все останавливаться, клинить. Приходилось часто останавливаться и вытряхать, вытаскивать эти застрявшуюся траву, и она еще наматывалась очень сильно на эти трубы, на оси. Вот сегодня я переставить решил, и у меня все пошло. И еще положение надо же повернуть немножечко, сейчас оно стоит у меня прямо. В рабочем положении надо будет ее поворачивать. Я решил повернуть в самое крайнее положение. Вот тогда угол атаки самый максимальный идет, и он успевает сгребать это сено более-менее нормально. А так на предыдущем положении немножечко застревает. Вот. И еще вот эту цепь в рабочем положении нужно полностью опускать. Я пробовал ее на самое последнее звено цепи опускать, но тогда он пропускает, и получается кое-где сено не подбирается с земли. Вчера я упал с этого мотоблока в самом конце, там вот такой склон небольшой идет, и при развороте, левом повороте, у меня произошло опрокидывание всего мотоблока вместе со всеми этими
с ворошилками на правую сторону, в сторону наклона. Да, разодрал руку немножко, но слава богу, больше травм не было. Теперь я повороты делаю очень осторожно, вплоть до того, что понижаю передачу и медленно прохожу эти повороты. Вот получился вот такой один ряд. Сколько метров это длина поля, но прилично. Хозяйка этого участка сказала, что площадь участка 60 соток. Ну, это полоса. Ну вот, заканчивается сенокосная страда. Собрали почти все сено. Загружаем на автоприцеп и везем домой, к себе на участок. Вот получился такой сноп сена, который мы скосили за эти дни. Теперь мы с сеном.